О, все, мы вернулись. Все, началось. Так, ну чё? Желаем? Ну, не знаю. Где он? Он прилетел. Где он? Сейчас. Да. Обычно. Так он прилетит или нет? Видал, он просто. Ты что? Да все, 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 все. Изи катка. Маркет на ракету полетела в сторону нашего дома. А там пещера. И она вверх куда-то полетела. А представь, если она сейчас упадет на наш дом. Это будет странно. Проверим. Да нет, все нормально. Так, следующего босса. Ой, смотри, у меня, короче, выпал глаз какой-то. С него. Вроде... А, сейчас скажу. И знаешь, босс... еще с него выпало? Кримтейн ор. Какая-то руда, крим. Мозг туху. А давай, кстати, это попробуем коктейль молотова-то. Я не пробовал. Сейчас я отключу вот дома, то сам знаешь. Ничего необычного, он просто там загорается немного и все. Так, давай, Марк. Нам надо сделать кровавые позвоночники. Поэтому мы пошли в кровавый мир. Куда? Ну, в кровавый это. Бьем. А, я понял. А правда, ты там, наверное, мои вещи опять подобрал. Да, там есть. Давай это, когда и трибут геймера зайдем, мы против него ПВП устроим. Ну, сразу его убьем. Мне кажется, или он сам вещи себе начитерил, как раз таки. О, звезда, не буду я поднимать. Кто тут? Я ничего не вижу. Что-то как темно совсем уж. Все, Марк, прилетели вроде. Да, прилетели. А, кстати, у меня уже есть один позвоночник. А, слушай, я позвоночников 20 выбросил. Ну, позвонков. Ой, всех. А, вот удалим помочим. Быстро, быстро полетел. А, у тебя есть вот такие вот штуки? Такие вот. Какие вот такие вот? Я скинул тебе. А что ты мне скинул? Вертебрая? Да. Нет. Вот я тебе кинул назад. Нет у меня таких. А чё? Назад нет, надо? Нет, нам как раз нужно. А вот эти мышек тоже? А он? Вот, а уже? Я ничего не вижу. Почти что. Где мы? Мы здесь. Я земли еще даже не видел. Так, у меня 4. Марку, да? Есть что? У меня ничего нету из-за подобного. Я хочу еще испытать свои новые мечи. О, тут прикольно, смотри. Марк, есть? Есть, нету? Нет. У меня 6. Такс. 7. А сейчас стоит, узнаю, сколько нам надо. Нам надо, 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 надо. Пробовал позвоночник, нам надо, Марк. 15. Ой, вот тут меч тоже прикольный. Они вообще одинаковые. Позвоночников, да? Марк, у тебя сколько позвоночников? Да ноль. Ноль? Да. А, стой, три есть. Скидывай быстрее. Сейчас. Стоп. А, все, спасибо. Осталось 4. Добиваем, значит. Что-то не падает с них. Странно как-то. Ну, надо посмотреть вот это. Смотри на это. Марк, у меня осталось 2. Ты видишь, как красиво, кстати? Да, кстати, прикольно. Это какой-то ледяной, типа... Ну, он вообще называется, знаешь, как, по идее, North Pole переводится как Северный полюс. Если я не ошибаюсь. Ну, это типа такого посоха, да, ледяного. Так, я тебя потерял, кстати. Всё, Марк, я все собрал. А ты где? Я тебя потерял. Да, чуть-чуть левее улетел. Сейчас в пещеру пошел. А, вон-то я тебя вижу. Угу. На, лови. Снежок. Не надо, спасибо. А ты в пещеру, что ли, пошел? Да. Сейчас там кто-то
Я мне пока есть время посмотреть, что. А, вот, у меня еще какая-то штука. Будет спайн. О, пойду. Смотри! А, понятно. А у меня есть, короче, штука, это как она. Ай. Этот как его? Базука, но она стреляет из этой. Ракетами, да. Нет, не ракетами, а звездами. А у меня звезды нет, я тут. Понятно. Так. Я пока наверх взлечу. Ты там выйдешь, да, потом? Марка, вызываем сейчас? Ну, на поверхности, да? А? А, подожди, стой. Давай встретимся, ты где? А вот я. Вызываем? Так ты где? Я не вижу тебя. Вот а, я вон. Сперва. А, это я. Ну, погнали. Марк? Где он? Человека. Где же он? Вот он. Иди сюда! Это что? А, это он, в принципе. Это мозг? Ливнем, Марк. Да, это мозг. Все, мы сейчас ливнем. Да, мы его ливнули. Ты думал, из него какой-то мозг выпал. А, смотри, у меня есть. Да, мозг, брейн. Мозг. Вон мозг, бери его. И глаз выкини. Глаз? Глаз. А, тот? Угу, тот. Ну круто. А сейчас еще кого-нибудь можем вызвать, нет? Королева пчел. Королева. А по-моему, атрибут геймерову. А ее надо разбирать какую-то большую личинку. Стена плоти. Ключевой бот. Знаешь что, королева пчел, по-моему, атрибут геймер убивал. Так, а что там еще раз надо было с ней сделать-то? Как ее призвать? А, Марка, нам это... Мы пойдем в хард мод. А нам надо обязательно это сделать? А чё? А зачем нам хард мод? Ну, там остальные боссы. Серьезно? Да. А как мы можем туда пойти? Нам новый мир, что ли, надо создавать? Алло? А? Нам что, новый мир, спрашиваю, создавать надо? Нет, не надо, он появится сам. А, ну ладно. Ну го. Все, тебя затрали. Да что такое? Надо, Марк, пошли в ад. Это что, Марк, это было? А! Боже, типа, Марк, нам надо вниз. Стоп, алё. Алё. Он мне подвис, что-то сервер. Марк, идём в ад. Так, стоп, ты у меня лагаешь, алё. Алё. Ты мне вообще жестоко сейчас подлагал. Блин, ты мне сейчас вниз копаешь? Да. А, вот теперь нет. А, вот теперь опять. Знаешь, каким быстрым способом это надо сделать? Отойди. Получится. А почему? Ну, потому что там надо осторожнее. Там вообще осторожнее. Давай лучше все бомбанем здесь. Без проблем. Не надо, Марк, бомбить. Ничего. О, портал. Марк, ты нуд. Блок. Я блок? Да, ты нуд блок. Не знаю, чем тут порталы ставлю. Но, походу, это круто. Я хочу куда-нибудь в стену. Ой, простите. Да, чё он не ставится? Портал, вот. Чё я не это? Скажешь, ты ему как прокопаешь? Кажется, я нашел уже проход. А, нет. Или да. Не знаю. А вот три живых сердца, кстати. Может, можно сломать это и вызвать опять этого мозга. Какого? Пан, смотри, я... Че такое? Horrible chill going to down. А, это... Кстати, Марк, хочешь еще раз этот мозг убьем? Не-не-не. Давай. Все равно я хочу разбить сердца. Screams, echo, around. Всё, Марк. Он опять идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А он ТП-шится, что ли, еще? Нет. Ну всё, мы его быстренько убили. Мы его затроллили. Ну, лишние деньги не мешают. Так, стоп, я ничего не вижу. Ты где? Там он. Я вниз пошел. Не вижу.
сожжем. Продолжаем ковать. Ладно. Хоть еще одно сердце сломаю. Хоть еще три. Давай, не знаю. Не, просто если мы скопаем три сердца, это опять появится он. Ну го. Всех сразу. А кстати, пойдем в джунгли, как я и говорил. Че? А это сундук. Статуя сундука. Вот. Ой, я тону. Рельсы. Я тону. Ты опустись на дно. Зачем? Не сможешь взлететь опять. А, все, я взлетел. Фух. Так. А я сливаю тут воду. Молодец. Сливаешь читы на воду? Воду. Просто сливаю. Я же всю воду сливаю. Ой. Что я стираю? Стиральная машинка? Какая стиральная машинка? Не знаю, ты сказал стиральная машинка. Я вообще-то сказал, что я вылетел в стиралии. Что там? Да здесь зелье всякие там. Хочешь бомбанет что-то? Нет, не хочу, Марк. А чё? Это... Один разочек. Марк, не бомби. Да я наверх стрельну. Один раз. Марк, все, мы подобираемся. Видишь, лава? Не вижу. Резко. Не вижу. Лава. Вниз, я ничего не вижу. О, вижу лава. Где ты, где ты? Я тебя потерял. А, вот ты. Угу. А если мы прыгнем в лаву, то мы умрем, да? Почти. Почти? А можно ее раздвинуть здесь? У меня 17 обсидиана. А вот тут тоже есть обсидиан. Да. Ну, он появляется с помощью этого. А это что? Интересно. Обсидиан? Нет. Это бы можно было здесь же спуститься. Дай гранит. Спускайся сюда, что там купаешь. Я не спустился вниз. Монеток. Все, давай, спускайся вниз. Ну, сейчас. Нам надо будет искать это. Я на буду. Вон опять лаву. О! О! Так, Марк, мы пришли. Ой! Понятно. Там лава, да? Понятно, так. Я умру. Поднимайся быстрее. Ладно, Марк, я... Короче, добуду эту куклу воду. Угу. И все? Больше нам ничего не надо? Да, нам нужна только кукла воду. А ты что? Зачем она нам? Чтобы тебя убить? Нет. А что такое? У нее ледяная коса есть, например. А, мои вещи. И повсюду. Услышь, как там добываешься. Сейчас, может, бомбанет немножечко. Гигантский червь, который сгорел. Ну, совершенно не так. Хрены какие-то появляются. Да уж. Мясо здесь. Но не очень. Действительно. Скучновато. Особенно интересно. Там, в принципе, осталось только ждать. Ну, кстати, ты можешь, в принципе, по туннелю найти меня там. Да, ладно, я тут бомбану сейчас все. Понятно. Опять будешь бомбить? Да. А я реально тут это бомблю все. Я тут пещеру делаю. Марк, я нашел это подземное. Данж. Подземный данж. Марк, у меня есть данж подземный? А что там есть что-нибудь интересное? Ну, здесь есть какой-то глаз. Странный демон Ай. Так мы уже его уже встречали, демон Ай. Он вроде бы и ночью появляется. Блять, ошибаюсь. Ой, я убил сотового грин слайма. Прикол. Ха-ха-ха, я пошутил. У меня есть портал ган. Давайте я телепортирую к нам домой. Чё он только обычный здесь? Кстати, ты начитерил себе портал ган? Нет. Арка, я не читерил вообще-то. А, ну да.
А, да, кстати, у меня что-то баги какие-то. Я летаю и летаю. И улетаю. Что-то. А кстати, а тут максимальная высота, да? Есть какая-то? Да, есть. Иди. Ну, потому что я высоко не могу взлететь. Чем могу, но не совсем высоко. Может так сказать, да. Аркел, получай, ну в лаву, но выжил. Бывает. Я горю. Да, мне бы сейчас не помешало что-нибудь. А, вот хилка. Отлично. Можно бомбану наш дом? Нет, Марк. Просто хватит. Если я сейчас случайно Марк, нажму на левую кнопку мыши, то... Марк, хватит бомбить. Не, если реально сейчас случайно нажму на левую кнопку мыши, то... нашему дому, по-моему, будет плохо. Он заболеет? Да, он взорвется, не убомбанет пока. Марк, хватит бомбить. Откуда ты знаешь, что я бомблю? Ой, чё. Отдайся. Трёх. Раз. Тысячного раза.